есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих. Так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. Простое блюдо для укрепления своего собственного организма, особенно сердечно-сосудистой системы и особенно своего собственного сердца. 9 июня. День Феодоры, назван в честь святой мученицы Феодоры. Она происходила из благородного и честного рода, была христианкой. Ее отдали в блудилище, чтобы осквернить. Но пришел крепкий телом христианин по имени Дидим, чтобы защитить ее от поругания. Они переоделись, и Феодора ушла в мужской одежде, а Дидим остался. Узнав о подлоге, Дидима повели на казнь. Святая Феодора узнала об этом, пошла за святым мучеником Диодором и первая преклонила свою голову под меч. Начиная с этого дня собирали цветы тысячелистника для приготовления лекарственных сборов. В народе Феодору называли острый на язык. В этот день запрещалось женщинам болтать друг с другом, чтобы не накликать большую беду, потому что слухи или сплетни, появившиеся в этот день, обойдут всю деревню, и все жители села узнают новость. Ссоры также пресекались, потому что Феодора за углом норовит узнать о худом. Не мели сегодня из избы, верили, что домовой забирается под веник, его можно вымести вместе с ссором. И тогда некому будет охранять семью от бесовщины. Домового сегодня старались задобрить, для этого за печку бросали несколько монет и надеялись, что в будущем получат хорошую прибыль. Приметы. Если на восходе солнца очень душно, будет дождь. В этот день не убирали в доме, боялись потревожить домового. И вот у нас, смотрите, какие абрикосы. Сушеные. Вот это по-настоящему сушеные абрикосы. Видите, какие они. О! Ничем они не обработаны, они высохли сами по себе. И вот именно так их мы и будем использовать. Видите, они даже ломаются, как камушки. Для того, чтобы использовать, мы их должны размочить. Поэтому делаем подготовочку следующую. Берем абрикосики, помещаем в посуду и заливаем хорошей водой. Залили и оставляем на ночь. Просто-напросто раз, поставили на ночь. За ночь они набухают. Видите, становятся вот такими вот. Их нужно размельчать. И именно их мы будем и использовать. Водичку мы слили. И у нас с вами получились вот такие вот красивые абрикосы. Смотрите, насколько они увеличились в своем размере. Вкус замечательный. Седьмые лунные сутки. Окружающее нас пространство меняется каждые лунные сутки, открывая пытливому, целеустремленному человеку все новые и новые возможности работать со стихиями и духами природы. Остерегайтесь сегодня произносить ненужные слова и не рвите бумагу. Вообще сегодня меньше говорите и ни в коем случае не врите. Вас сегодня слышат и могут исполнить ваши желания. Поэтому проявите должное уважение и разум. Тем более, что сегодня вас могут провоцировать на плохие поступки, чтобы отнять эту удивительную возможность. Сегодня не рвите зубы и обязательно потренируйте руки. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malakhov.pro. Доброго здоровья и до новых встреч!
встречи.